1 сентября в центре города Галл состоялось официальное открытие кинотеатра «Под открытым небом», который работает уже больше месяца по инициативе главы Галлского района Константина Пилия. Несомненно, открытие кинотеатра стало значимым культурным событием и подарком для всех жителей и гостей города Галл. Каждый вечер здесь собирается молодежь, чтобы насладиться просмотром интересной кинокартины, хорошего мультфильма и трансляции футбольных матчей. И сегодня на торжественное мероприятие по случаю его официального открытия собрались представители власти района, общественники и просто ценители киноискусства. Глава района Константин Пилия официально поздравил жителей с приятными хлопотами, связанными с началом учебного года, и рассказал о том, что действующий в тестовом режиме бесплатный кинопарк и Wi-Fi стали радостным событием для всех. Глава отметил, что проект является круглогодичным. Более того, господин Пилия подчеркнул, что кинотеатр с наступлением осеннего сезона перенесется в зал Дома культуры, где в зимний период у молодежи Галла будет возможность посещать вечерами киносеансы. Поздравляю вас с одним днем, днем знаний, днем учебы. Желаю успеха и мира нам всем. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем, дайте музыку торжественную, сейчас будем открывать официально. Дорогие друзья, еще раз поздравляю с открытием бесплатной фри-зоны и летнего кинотеатра, кинопарка, который перекочует, как сказал наш дорогой руководитель, в зимний театр, и на зависть всем абхазским городам всю зиму у вас будет крутой кинотеатр. Браво! Давайте аплодисменты, да. И поехали! Браво! Мы надеемся на вашу поддержку и ваши идеи. Пришло время качественных изменений для наших граждан. Мы должны доверять друг другу и работать как одна большая семья, ибо только вместе мы сила, подытожил глава в своем обращении к собравшимся. Показ фильма проходит ежедневно вечером в 20:00, так что посмотреть интересную кинокартину после долгого жаркого дня может каждый, кто пожелает. Благодаря художественному руководителю Кахи Гиге, который настраивает аудиосистему на определенную частоту, тщательно выбирает фильмы, вы погружаетесь в чарующую атмосферу кинотеатра. Очень отрадно, что у нас появилось такое место, городской парк. Это парк не только теперь место отдыха, но и интересного времяпрепровождения. Тут можно спокойно посмотреть интересное кино, а также воспользоваться общедоступным интернетом, провести радужное время. Конечно, вопрос безопасности сегодня стоит остро, но соблюдая дистанцию, можно не бояться подхватить опасные заболевания COVID-19, о котором сегодня столько говорят. Как отмечают сами жители города, просмотр хорошего кинофильма на свежем воздухе – отличный способ отдохнуть после рабочего дня, провести время с друзьями или со своей второй половинкой в выходной день. Мы очень рады, что в нашем городе открылся такой кинотеатр, особенно на свежем воздухе. Мы можем выйти с детьми, встретиться с друзьями, посидеть, посмотреть интересные фильмы, мультфильмы, послушать музыку. Мы очень рады и хотим большое спасибо сказать организаторам. Кинотеатры под открытым небом вновь набирают свою популярность и становятся востребованным местом отдыха для многих людей. Отрадно, что благодаря усилиям администрации взрослым и детям предоставилась такая прекрасная возможность весело использовать, проводить время вечерами, приобщаясь к миру искусства. Анжела Убилава, Илона Микава, Ника Гачава, Галтв.